проводим совместно с администрацией города Сетамака, с общественной палатой городского округа первый кубок Урала и Поволжья по карате. Очень рады к тому, что к нам приехали с Подмосковья, с Челябинска, с Татарии, Самары, Нижнего Новгорода, вся Башкирия. Хорошенькие все. Все стараются, все стараются. Уровень прекрасный. Планируем сегодня, на сегодняшний день также с Федерацией по карате, во главе которой стоит Валерий Николаевич Махновский, провести кубок или чемпионат России. Почему бы и нет? В Сетамаке должно же проводиться такие мероприятия. Победить сильнейший, чтобы на площадке царило хорошее уважительное отношение спортсменов друг к другу, без травматизма. Вот это самое главное. Мы надеемся, что наши дети с воплотительством все-таки займут какие-то места в таком большом масштабном соревновании. Итогом этих турниров формируется команда, которая в дальнейшем будет участвовать в чемпионатах первенства России.
было не посетить ваше мероприятие, потому что оно имеет огромное значение. Сегодня проходит первый кубок Урала по возрасту по карате по версии ВКЦ. Эта федерация является членом нового вида спорта в системе карате. Это значит о том, что в ближайшем будущем каждый из вас имеет возможность стать кандидатом мастера спорта и мастера спорта России. Нашего города мы очень рады приветствовать здесь у нас, в этом прекрасном спортзале, в этом прекрасном заведении. Желаю вам всем победы, а тем, кто победы не достигнет, будущих побед, будущих соревнований. Такие крепкие, физически развитые граждане нашей России нам в будущем очень пригодятся. Успехов и здоровья вам, ребята! Дальнейших успехов, продвижения и чтобы почаще были такие праздники, потому что, к сожалению, сейчас это редкость. Вот хочется почаще, чтобы они были, участвовать в них, естественно, помогать, чем сможем. Участникам успехов, удачи и чтобы не было травматизма.